Доброе утро, малыши! Доброе утро, фараончики! Как вам ваша новая комната для двойняшек, а? Все отлично, спасибо! Всегда хотела себе лампу над кроватью, чтобы читать свою любимую книжку. Малыши, а еще у вас есть столик, чтобы пить чай или играть, например, собирать пазлы. А еще шкафчик для игрушек, который вы сегодня сможете заполнить своими любимыми игрушками. На стенах висят ваши любимые постеры, новое свежее постельное белье и свежий букет цветов. Всем привет, друзья! У наших очаровательных фараончиков двойняшек нет своей комнаты. И мы решили эту проблему с помощью вот такого вот наборчика. Заказали мы его на AliExpress. И давайте посмотрим, что же там внутри. Итак, внутри нас ждет, ух ты, смотрите, канцелярский нож, пинцет, ножницы и линейка. Все для того, чтобы наша комната получилась ровно и идеально. Ух ты, еще и ножницы положили. Здорово. Линейка и пинцетик. Еще в нашей коробочке. Так, вот что у нас должно получиться. Посмотрите, какая симпатичная комната. Очень много мелких аксессуаров. И, по-моему, в ней даже есть свет. Так. Здесь инструкция подробная, как собрать эту комнату. И фоны и аксессуары для комнаты. Вот, смотрите, ламинатик, обои и так далее. Сама комната будет небольшая, состоит она. Из вот этой стенки и задней стенки. Также в наборе вся необходимая мебель, которую необходимо только склеить, и множество аксессуаров, точнее для их изготовления. Thank you.